Все у мужчины и женщины по-разному. Вот, допустим, когда мужчина ест, он чем занимается? Он наполняется энергией для того, чтобы побеждать. Поэтому он не ест, а жрет. Ему надо есть много и сильно. Ему нужна пища, которая ему дает силы, возможности побеждать, жить. Он говорит, это не еда, дай мне еду. То есть еда для него означает то, что даст силы. Все. Вот. Женщина тоже не ест. И так мужчина жрет, он не ест. Женщина тоже не ест. Она наполняется энергией любви. Любовь приходит только от того, что ей вкусно. Поэтому она что делает? Не ест, а пробует. Она берет и так. Тум. И так она ест все время. Если она что-то распробовала, это вкусно, она этого больше съест. И так же у мужа отнимет. Потому что ему все равно, он же жрет. А мне надо вкусно. Потому что я же должна любовь копить, как бы. И то, что ей вкусно, она все съедает и у себя, и у мужа. А все остальное мужа отдает, потому что это сегодня невкусно. Вчера было вкусно, сегодня невкусно. То есть, что она будет сегодня есть, никто не знает, даже она сама. Что она пробует, как бы, что вкусно, то и ест. Если ее спрашивает муж, ты что сегодня будешь есть? Она не знает, не спрашивай. Как часто женщина ест? Она часто ест, потому что она не ест, а пробует. Настроение испортилось, сразу ест. Потому что она пищей поддерживает себе настроение. Если ты не даешь ей возможность есть то, что ей вкусно, она, значит, будет как тигра ходить. Запомните, гормональные функции у женщины поддерживаются сладкой пищей. Но чтобы женщина была красивой, нужно есть сладкое. Некоторые женщины на эту теорию поддаются, что типа сладости портят жизнь. И она перестает. И сладкое кто страдает? Муж. Что она ему начинает долбать. Она недовольная всем ходит. Вот. Когда нужно есть сладкое? С утра и в обед. Вечером нельзя. Или только сладкое, которое... не сладкое. Ну, то есть сухофрукты, там, финики, можно вечером мед. Но нельзя есть торт, там, и так далее. Торт только в обед. Вечером нажрала сладкое, значит, потеряла красоту, потеряла здоровье, потеряла мужа. Что некрасиво, нездорово, никому нафиг не нужно. Понятно, да?